Вот так, друзья. Вот еще пример выживания. Вот почему мы пришли к этому спорту. Нашелся нежданчик. Мага приводит пример. Смотрите до конца. Это выживание, как в джунглях. Мы пришли к этому спорту, чтобы помочь таким людям, как этот ребенок. Парахал, приятного просмотра. Незнакомый ребенок подходит, и вот он с Тима забирает пиццу. Вот смотрите, он забрал у него еще один кусок. Это он третий кусок у Муслима забирает. Что за гигант, кто маленький? Риска, кушай, Муслим. Риска, закидывай, бра. Ну что здесь, он что забрал? Этот кусок не будем трогать, просто для него, если он вернется. Или он наелся уже, по-моему. Идет, ах, держи. Смотри. Все, не хочешь, брат? Ма, хочешь, возьми. Ма, если хочешь, возьми. Ма, возьми. Возьми, машалла, гигант, машалла. Я сейчас же попить тоже принесу тебе, хищник маленький. Вот так бывает, львы добывают. Сильный подходит к слабому и забирает просто. Это вон закон джунглей, мужской. Это закон джунглей. Хочешь? Машалла. Скажи ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.